даже сидел еще в 37 году. Переночевали там. Я ему говорю: Коля, перепись населения, а у нас переписные листы были. Они вот и бочки сидели. Да, прокурор был республики, секретарь. Ну, если я не делал ничего, то я буду признаваться. Вы дали подписку. Четвертого июня 1941 года Девятаев открыл счет своим воздушным победам. Много пришел. А это Георгий Нефедович Захаров. Вот война была. Ю-88 там одномоторный. И не горит ни черта. Кто-то из... То есть по этому немецкому самолету. Мы днем летали. Обязанность была, я старший был. Кто вот-вот должен новобранец в армию пойти, вот его. Большой начальник, гроб.
Да, никакого гроба нет. А там жена у него наверху. Отступающих наши на конной тяге артиллерии вступили в бой, а их было в два раза больше, как удар. Рана большая, сразу. И я тут жители-то хорошие были, любезно к нам относились. Посадку уже не помню как. Это мне по рассказам говорят, что на крыле прям мне сделали переливание, прямое переливание крови. Уже окруженные группировки прилетели в Брянск, нет, в Орел. После госпиталя врачебная комиссия не тот, который говорит языком, а тот, который хорошо летает, сбил. Сказал, что ты, говорит, здесь, давай по крыше. Это провозные вылеты утром, второй вылет.
по рации, что идет эшелон. До сего времени болит. И в районе Владимир Иванович Бобров. Володя, я говорю, наведи меня на восток. Он говорит, вот эта нога была вот так выбита. Его выправили. А во-вторых, кто в то время в молодом возрасте считал, были они в этом плаве. Я что-то ему сказал, не помню, что я сказал. Вот так. Его сменить статус смертника на статус штрафника. Под именем Григория похож. Он был опытный Федя. Дышать нечем было. А он меня взял ближе к двери, потом поймешь, говорит. Вместо одной сутки везли нас. Легкому или по тяжелому сходи. И его убили. На работу уходить. Я знал, что его убить должны.
и мы окошко лежали с ним, зимой выбросить на улицу. Я говорю, как? Объявили немцы. Ну а потом, когда узнали, что я в плену, Февраля 1945 года. Искал способы, как изучить фашистский самолет. С каким-то камнем. А этот камень, подарок у него. Создава, итальянцев. И потом, касаясь честных людей, я начал немцы нас. У моря. Ну, а за Воросов в лагере тут же смерть. Володю за немцев, потому что он говорит, я не немец, а из немцев по Волжье. Итальянец, один русский, чтобы не зная языка, не смог. И Володя взял, выгнал, а взял ребят. Не сделаешь того, что я тебе говорю, как договорились, то я тебя прирежу. У берега моря. От самолета примерно 300 лет. Стойки пиллерса называется.
полукомпас, как вот конусообразное, как додалбливает, аж кровь и мозги в разные стороны. Становись, всех выстроил, даю Ване это. Ложись, я прилег, смотри, говорит, у земляной у капонера, вот сразу к самолету. Им дверь, сразу в кабину, сел, провалился, парашют нет. Думаю, что-то с электроэнергией, к аккумуляторному ящику. Когда открыл, самолету, чего ты не заводишь моторы? Я говорю, аккумуляторов нет, в самолете аккумулятор. Место гнезда у гнезда. Ты такой крут, обязательно застрянешь. А по правой, по левой. Проскочить мимо, раздевая себя, все, остаюсь еще. Корни еще колы в такой мороз. Брюки полосатые были. Врач пускает тормоза, и самолет побежал на взлет. Но когда
штурвал переходит в нейтральное положение и сдавливает грудную клетку бронеспиле. Нарушать инструктор по тормозам. При большой скорости нельзя тормозами пользоваться. С правым колесом шасси взвились в воздух, она отправилась. В хорошем положении. Я был рад, что самолет чем был меня штыком. Я как винтовку хватаю, значит, давай. Говоря головы своим зениткам. По телефону сообщили, что вот этот самолет, который вам быстро рулит, там я разворачиваюсь, даже говорят, что вроде бы я повредил кого-то даже. На колонку руля высоты. После нескольких ударов колеса. Сами по инерции запели интонацию. Но звуки работающих моторов. Ребята испугались, и то, что отпустили. Вот так держите по горизонту, то есть не отпускайте уже. У меня уже отработан был маневр, как уйти и куда лететь.
оказался. Стал искать место, думаю, если или 90, там сейчас не знаю сколько. И берем направление в сторону. Они увидели, что их самолет с фашистскими знаками. Я на суше смотрю, отступают. Но нас догоняет самолет. Я смотрю, Фоккер Вульф 196-й. Здесь начала зенитка бить по нас. Один из где нас тряхнуло, была речка, а через нее перекинули. И шлепнулись, как говорится. Сарыш срезал шасси. Люди, ни в ком в то время по документам веса не было у нас 40. Были вернуться опять на самолет, на турели установили пулемет, стали их. Автоматом фашисты создавайте. Ну, нам, соответственно, пришлось ответить. Наверное, не забудешь. Девятаев не только рассказал, что на острове засекречено. Даже попала в руки мне курица, потому что мы попали в столовую.
нос у меня полностью был. Это... спиртом разбавил. Я, значит, выпил и потерял сознание. Так. Он говорит, нарисовать ты можешь круг? Я говорю, могу. Шаги превращал в метраж и пилинговал, в каком направлении. Не поймешь, сколько. Может быть, тоже такой же, как я. Он был, если там промежуток оставался, они матами закрывали его. С кулак камни найдешь, по одному месту несколько бомб там. Там этот полет был страшный. Только в августе 1957 года Михаил привезли меня как арестанты. И потом дней... И привезли в Невель. Вот Невели нас очень... Пришли к озеру, то есть нас пригнали к озеру. Вот так попали, себе сделали землянку и там жили.
торговал в Москву, возил масло, спекулировал. Пару проще. Ты чё, подлец, врёшь? Чуть не подрались, я у него пистолет чуть не выхватил. Я уже на метеоре. Мой. Ударился головой. Я говорю, сейчас некогда, я на работе нахожусь. Смотрю, вы. Космонавт. А за столом сидел, оказывается, Королёв там тоже. Я. Полковник, но только в гражданской форме, вроде я лицо. Шило принесли, сделали, завернули. Со мной за столом. Дать. Он мне. Отец сказал, что заботился, проявил заботу о тебе. Мне где-то письмо пришло, что это вот. А встречаясь по одной улице, сами переходили на другую улицу.
весной 2002 года. 24 ноября 2002 года